Уважаемые гости и возлюбленные, говорит и показывает Эллада, Греция. Я должен быть рядом с вами сейчас, но так получилось, что я нахожусь здесь, в Греции, но на связи с Энтридисом и Москвой, и выхожу с вами на связь в режиме онлайн. Как это красиво, когда два сердца любящих сегодня соединяются в это очень спокойное время. Тогда, когда так все неспокойно, но любовь никто не отменял. Вы это красиво сделаете сегодня в своей манере. А я сегодня для этого вас хочу поддержать. И в этом. Если кто-то знает причину, по которой сие люди не могут законно вступить в союз, я прошу, объявите это сейчас. Или замолчите навсегда. Ну, лучше замолчите. Все равно банкет уже оплачен, и вы уже пьете шампанское. Дай Бог, чтобы так было у вас всю жизнь. Ну, а теперь самое главное. Миссия, ради которой я сейчас выхожу с вами на связь. Она очень ответственная, очень почетная. И я волнуюсь, так же, как и наши молодожены. Ну и самое главное теперь. Алексей,